Работы по благоустройству Анапской набережной почти выполнены. Ухоженные клумбы, цветники. Новые растения совсем недавно высадили специалисты Зеленстроя. Яркие островки радуют и поднимают настроение жителям и гостям курорта. Так же, как и цветочные фигуры. Например, обновленная конструкция корабля с декоративной газонной травой и цветами. Некоторые архитектурные формы полностью еще не готовы, нуждаются в доработке. В Анапе поставили больше лавочек на улицах и на набережной. С каждым днем становится уютнее и красивее. Летний сезон еще не начался, но в городе уже много отдыхающих. И люди довольны тем, как их встретил курорт. Чистый, комфортный, красивый городишко. Третий год здесь уже отдыхаем, поэтому Анапа. Мы в прошлом году были здесь и теперь опять. Нам очень понравилось. Чистый город, красиво все. Очень нас порадовало, что чистый город. Ну, мы приехали из Челябинска, с Урала. Ну, тут больно, ветер еще сильный, а так замечательно. И уже поплавали уже, и позагорали. Еще приедем. Город прекрасный очень. Чистый, и вода чистая, и вообще сам город очень чистый. Больше всего это восхищает. Вот за границей не сравнить. Потому что ребята, едьте сюда отдыхать. На набережной Паралии, главной достопримечательности села Витязева, тоже кипит работа по подготовке к сезону. Вскапывают, готовят землю для посадки новых деревьев и кустарников. Благоустраивают территорию, достраивают все объекты. До начала лета осталось совсем немного. 14 июня официальное открытие курортного сезона в Анапе. Остались последние штрихи, и наш город будет готов принять на отдых миллионы гостей.